今チェルニヒウの町の中心部にある集合住宅に来ています。ここには中高層の集合住宅が並んでるんですけれども、集中的な攻撃であちこち、もうほぼ、ガラスは原形をとどめていない状態 で5ヶ月経った今でもこうして、瓦礫を外に、かき出すというか外に出す作業が続けられています。ロシアとベラルーシの国境に近いチェルニヒウは開戦直後から激しい戦闘が続き、ロシア軍に1ヶ月にわたって包囲されてきました。4月上旬にロシア軍が撤退したすぐ後の4月12日に私が入った時に比べて町の賑わいはだいぶ戻り、子どもたちの姿もありました。ただ激しく破壊された建物の瓦礫の撤去はあまり進んでおらず、燃え焦げた車両も未だ街中に残っていました。この日の朝の気温は4度、極寒の冬の足音が聞こえてくる中、あちこちで暮らしの再建に向けた政府への不満を耳にしました。Я думала, наше правительство. Так вот, за полгода добиться не можем, чтобы нас что-то сделали. У нас даже местное. Мы знаете, как ходили добиваться в управлении ЖКХ? Нам даже не открывают, они нас не принимают. Мы вчера вот ходили, чтобы мы живем в этом доме, и мы говорим, зима скоро. Они тянут. Как хотите, так и живите. Но проблема в нашей бюрократии. Очень долго готовили документы. Комиссия, потом довго це все оформляла, потім проєкт, довго все оформляли. Нам по будинку не зроблено нічого. Люди самі ходили, десь підключили електроенергію, десь могли окремі квартири, десь воду підключили частково. Окно ми самі вже поставили, двері розбиті, теж самі поставили. Тим більше ми чорнобильці. У 86-му році нас сюди евакуювали, дали дом і... Основа такой, мы снова фактически. Хотели заходить вот в эти квартиры. Угу. Поэтому мы не могли убрать мусор. Здесь убирать было тоже нельзя, чтобы не было вибрации, чтобы стены не разрушились. То есть поэтому сегодня только начались ремонтные работы. Вот они поставили домкраты вот такие. ありのあらゆるものが倒れて、崩れています、ここはバスルームだったようです、こちら側のキッチンで、冷蔵庫はもう、蓋の部分が取れているような状態です、で壁は崩れていまして、今日初めてそして瓦礫を撤去する作業が始まったそうです、床もあらゆるところが瓦礫だらけになっています。 So do you plan to live here once everything gets cleared? Yes? Yes. Вода чуть-чуть там тонкой струйкой течет, электричество в половине квартиры. Вот. электрикのプラグの部材だけあるという感じで、この壁自体が今壊れてしまっている状態です。 So when do you want to come back to this?Когда можно будет жить? When it will be finished, the 橋が落ちています。郊外の集落で全壊した自宅を再建中のお宅を訪ねました。Не бачить, просто інсультом, а тут оце ж таке случилось. Таке случилось, розбомбили, приїхали і живем у сусідів. Ну і отстраивать, треба ж матеріал.Як ми були на коридорі, і з хазяїном лежали. Хлопців Юра виїхав, а Сережа з нами був. І воно як стрельне, і на нас посипався потолок. Я хазяїна тягнув, бо він вже не подивиться сліпий. Це було в хаті. Оце в хаті. Оце 4 ракети. Це було в хаті. Вона ж дикі ні Росія軍が撤退したキーウ近郊のボロジャンカの町も再び訪ねました。この建物、私が来た時は救出作業をしていたと、今はもう瓦礫が全てなくなっています。この町はこうした、中高層のアパートが、中央部分からごっそりと倒壊している建物がとても目立つ町でした。私が4月上旬に来た段階では、
瓦礫がうずたかく積まれていました。で、ここにも、着弾によるものとみられる数メートルの大きな、穴が開いていました。今は、穴は埋め戻されて、瓦礫も撤去された状態にはなっています。ただこの建物自体は人が住める状況にはありませんので、この建物を取り壊して、新しい建物を建てていくという、気の遠くなるような長い道のりがこの先待っています。建物は、もう壁はほとんど崩れています。условия спартанские, ну, свет провел воды, он соседним парадом еще капает, то есть. Вот, да, вот, комната, вот кухня. Дом вообще под снос, но пока еще, то есть, пока еще в нем можно жить, пока там эти все... А когда сносили, сносили? Даже неизвестно. Ну, в принципе, по идее, в Борданке уже работают над этим. ЮНЕСКО уже снесли, экскаваторы там уже почистили, то есть, так что, в этом, я понимаю, что не задержится надолго. It's not acceptable for living because when it's glass の細かい破片が床に散乱しています。そして家財道具がすべて収納されていたものも床に投げ出されているような状態です。Вот сверху я говорю, то есть 2-3 года назад сделал ремонт. Все это просто вот так вот, шпокотов под хвост. 2-3 years ago he made a fixing this ceiling. Ah, the ceiling. Yeah. 2-3 年前に天井を補修したばかりだそうです。Тут спать просто, я говорю, это все было белого цвета, белоснежно, но это льется все желтеет с крыши. То есть все это мокро, даже при небольшом дожде. Вот если там еще хоть как-то, то тут уже гораздо хуже. В подвале и так получилось, что туда как раз попала бомба. Во время оккупации тут не было никого. То есть, я имею в виду никакой помощи, потому что русские не пускали никого. Вдоль вот этой, вот этой вот дороги, которая идет на Макаров, вдоль нее стояли танки. Тут в посадке у них окопы были, то я уже когда уже повернулся, я уже ходил и смотрел. Вот, они не подпускали никого никуда. Люди пытались своими силами, руками разбирать эти завалы, они по ним стреляли. Кем? Пока нет. Пока нет. Почему? Потому что были проблемы с телефоном. Сейчас телефон только нашел, буду вызванивать. Вообще работаю строителем. По строительному специальности. Есть, но его русские разбили. Второй. Тоже они разбили. Нет. But do you think this apartment is habitable in the future? В будущем, в принципе, пригодно для жизни? Этот дом нет, его будут сносить. Только просто неизвестно, да, когда? Да, то есть так что пока есть возможность, буду жить тут. 2014年の侵攻で住んでいた東部地域を追われ、そして今回の侵攻でまた外国に一旦避難をしてまた戻ってきた家族連れもいました。более-менее да, спокойно все отстраивается. Знаешь, живешь сегодняшним днем, ты не знаешь, что будет завтра. Не знаешь, на что надеяться. Тебя настроить морально очень тяжело, понимаешь? Второй раз очень тяжело себя настроить. Не дай бог, будет третий раз, просто уже морально. Мы выезжали с Луганска, у меня средней дочке было 11 месяцев. Мы просидели там месяц в оккупации, в подвале мы не вылазили. Привык здесь, и тут на тебе, уже здесь такое. Дети захотели назад вернуться в Бородянку. Категорически настояли, едем, мама домой. Им там скучно, они не знают языка, хоть и ходили в школу, одна девочка и вторая. Они сказали, им неинтересно. Они сказали, мама домой. We want to home. Им неинтересно. Thank you.